вот он, танец. Удивительный вид искусства, объединяющий в себе большое количество творческих и талантливых детей. Здесь важно уметь быть артистичным, при этом иметь хорошее чувство такта и ритма. С самых малых лет юные танцоры хореографической школы имени Погодина постигают эту большую науку, понимая, что совершенству нет предела. Мы являемся учреждением дополнительного образования, где дети нашего города реализовывают свою потребность занять в дополнительном образовании. Они выбирают либо музыкальное образование, хореографическое, художественные школы и приходят также обучаться хореографии в нашу школу. Есть самые разные дети. Они каждый по-своему талантлив, кого-то Бог наградил большими данными, кого-то меньшими, но в любом случае задача наших педагогов вложить в них как можно больше труда, сил для того, чтобы они стали полноценными, хорошими исполнителями. 35 лет были очень плодотворны, школа развивалась. Не все всегда было так красиво, как сейчас, и успешно, но в любом случае все люди, которые здесь работали, которые приложили хоть как-то к школе, были связаны с ней и старались для того, чтобы это было лучшее учреждение не только города, но и нашей страны. На протяжении 35 лет тысячи учеников прошли обучение в хореографической школе искусств. Цифра, конечно же, немалая, ведь то количество воспитанников, которое посещает хореографическую школу, говорит лишь о том, что попасть в руки педагогов-профессионалов – мечта многих детей, чтобы в дальнейшем стать настоящими артистами. Конечно же, никто не спорит, что научиться танцевать – дело тонкое, и начинать нужно с малого. Придя в хореографическую школу, юные танцоры учатся держать осанку, вырабатывать легкую походку, изучать фуэте и батманы, и однажды, полюбив ту самую танцевальную атмосферу, покинуть танцевальный зал будет уже невозможно. С каждым годом все хочется больше и больше работать, больше вкладывать в детей, потому что они вдохновляют. Дети вдохновляют. Всегда чувствуешь себя молодым, бодрым. Ну, не дают они расслабляться никак. Воспитанники хореографической школы имени Погодина не раз доказывали, что лучшие в своем деле, ведь они многократно становились призерами конкурсов областного, республиканского и международного уровня. Но никто даже не задумывался, что за всеми этими красочными выступлениями и победами всегда стояла и будет стоять долгая усердная работа и желание радовать публику новыми номерами. Знаковое мероприятие сегодня для Брестской области, 35 лет. Празднуют, если можно сказать, жемчужина и гордость наших школ, хореографическая школа. Воспитанники данного учреждения принимают практически участие практически во всех мероприятиях и города, и области. Мы гордимся этой школой. Каждая хореографическая школа имеет свою изюминку. Изюминка – это педагоги, которые в этой школе работают. Эти те талантливые дети, которые занимаются в этой школе. Вот вся изюминка. Торжественный день в адрес педагогического коллектива детской хореографической школы имени Погодина звучали слова поздравлений, а также благодарности за особый вклад в воспитание молодежи. Среди тех, кто удостоен награды, Александр Панасюк. Кстати, он выпускник, который вернулся в стены Альма-Матер в качестве педагога. Я в 2003 году закончил школу, тогда эта еще школа была на базе городского дома культуры сегодняшнего, вот, и филиал был на Сикорского. Вот, один из педагогов, у которого я выпускался, до сих пор работает у нас в школе, это Кричко Лилия Владимировна. Вот, также тогда у нас и Быцкевич Ирина Ивановна преподавала, и Тамара Ивановна Шилова. Скажем так, я рад, что они до сих пор работают, и мне очень приятно перенимать их опыт. Вот, и с удовольствием, конечно, в их коллективе, в их компании работаю и продолжаю этот путь. Школа прошла путь такой становления, да, и это, как правильно сказали, такой возраст расцвета. То есть сейчас только вперед, только к новым успехам. Очень приятно, что наши выпускники возвращаются к нам в школу, продолжают работать, уже становятся нашими коллегами. Вот хочу отметить, Александр Игоревич сегодня присутствует, Панасюк, вот мы его тоже награждали. Это один из первых моих выпусков. То есть мой ученик, вот он работает сейчас, мой коллега. Личный вклад в развитие национальной культуры.
Бесспорно, что хореографическая школа имени Погодина стала жемчужиной Брещины, а педагоги и воспитанники – ее гордостью. Нашим самым главным достижением это является качественный учебный процесс. Тот процесс, который, то обучение, которое позволяет нашим детям поступать в СУЗы и ВУЗы нашей страны и за ее пределы. Я считаю, что это самое главное достижение. Ну и, конечно же, развитие творческих способностей детей для того, чтобы они реализовывали дальше свои потребности не только уже в детских коллективах, а будучи взрослыми, подростками и во взрослых коллективах. Я являюсь выпускницей этой школы, да, и горжусь этим очень. У меня диплом за номером 1 выпускницы, да, если вы не знали. Вот. Ну и помимо меня еще 5 человек наших выпускников работают в нашей школе. Я всегда говорю всем, что я очень этим горжусь, и мы это ценим, когда наши выпускники возвращаются. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БукТВ.